Я вижу эти события замечательно, потому что я был в Крыму, и был сразу после, и был недавно, и я вижу, что люди счастливы, это самое главное, наверное. Что касается территории, то да, действительно, это очень важная территория для России, действительно, это очень важно, и тут действительно не стоит стоять за ценой, сколько нужно, столько и нужно отдать. Ну, в крайнем случае, меньше пропьем в ночных клубах, бог с ним, это не так страшно, лишь бы эта территория была, развивалась и благоденствовала. Я считаю, что судьба Крыма будет совершенно понятна мне, когда уже в конце-то концов появится у России выход к Крыму по суше. Вот когда это будет, когда это произойдет, тогда я буду совершенно спокоен за судьбу Крыма. Потому что пока все эти разные мосты и прочее, это все очень призрачно. А сообщение с материком, то есть со своей страной, у Крыма должно быть непременное, постоянное и желательно по суше. Поэтому мне сложно сказать, что будет с Крымом. Я надеюсь, что его никто никуда не отдаст. И я надеюсь, что скоро действительно по суше будем ездить, ходить и снабжать Крым всем необходимым.